Друзья, ваши аплодисменты крутым ребятам из группы Los Perdidos. Я думаю, они вам дали хороший заряд. Поэтому сегодня будет Виктория просто разрываться. Здравствуйте. Проходите. Да, все правильно. Все соскучились по гандболу, клуб, команда, общался с игроками, они все говорят, когда же уже первая домашняя игра в Лиге Чемпионов, потому что, конечно, на домашних играх здесь атмосфера особая, и вот многие игроки, буквально вчера был на радио с Сашей Шкулинским, он призывал всех прийти, потому что он уже в ожидании того большого матча. И у нас сразу Match of the Week. Вы все прекрасно знаете, мы снова здесь и снова Match of the Week. На самом деле, так получилось, что нашего клуба сразу, как это молодежным языком говорится, комбо, да? Это и Match of the Week, и первый домашний матч Лиги Чемпионов, и победитель Лиги Чемпионов Монпелье в Бресте. То есть все сошлось в один день, и мы сделали из этого, постарались с этого дня сделать большой праздник, и я надеюсь, что все получится. Несколько короткой информации о том, что Match of the Week на самом деле это был. Помните, мы здесь же собирались вместе с вами. Это было против Киля 4 ноября. Тогда тоже была классная игра. Мы шли кость в кость, мяч в мяч. К сожалению, уступили 24-25. Но, в принципе, я помню тогда, что здесь после матча была хорошая, доброжелательная атмосфера, потому что игра выдалась замечательная. Надеюсь, что сейчас она будет точно такой же. Thank you.